Всем привет! Сегодня хочу показать свою небольшую коллекцию памятных серебряных монет Казахстана. Итак, давайте начнем. Первая монета. Сертификата. Данная монета посвящена чемпионату мира по боксу Алматы 2013. Номинал 100 тенге. Серебро 925 пробы. 31,1 грамма. 1 унция. Диаметр 38,61 миллиметра. И тираж 3000 штук. Такая вот шикарная монетка. Посвящена чемпионату мира по боксу в Алмате. В Казахстане, конечно, умеют делать красивые монеты. И это выглядит просто изумительно. 100 тенге 2013 года. Вот такая вот шикарная монета. Также и шикарная упаковка. Такие вот замечательные коробочки. Следующая монета. Джейран. Давайте начнем с сертификата. Данная серебряная монета является шестой из серии монет, посвященной редким исчезающим видам животных Казахстана. Номинал 500 тенге. Материал 925 пробы серебро. Вес 24 грамма. Диаметр 37 миллиметров. И тираж 3000 штук. Монета тоже очень красивая, с изображением Жейран. 2005 год. Так, следующая монета. Данная монета четвертой серии «Космос». Монета «Союз Аполлон», номинал 500 тенге, серебра 925 пробы 14,6 грамма и тантал 26,8 грамма. Диаметр монеты 38,61 миллиметра, тираж 4000 штук. Такая вот шикарная монета, просто выглядит изумительно, шикарно, слов нету, как ее назвать. Есть, конечно, желание собрать полностью всю серию монет «Космос», но есть там, конечно, очень достаточно дорогие монеты. Но самое главное, желание есть. Такая вот очень красивая монета. «Союз Аполлон», 2009 год. Следующая монета. Сертификат. Данная монета 9 из серии монет «Красная книга Казахстана». Тяньшаньский бурый медведь. Номинал 500 тенге. Серебро 925 пробы. Вес 24 грамма. Диаметр 37 миллиметров. И тираж монеты 3000 штук. Такой вот шикарный мишка. год, 500 тенге. Конечно, в Казахстане делают шикарные монеты. И последняя монетка. Я, если честно, не знаю, что изображено на монете. Так, давайте почитаем. Данная монета третьей серии монет «Художники Казахстана» и посвящена калмыков, С. Калмыков. Так, номинал 500 тенге, материал 925 проба серебро, вес 31,1 грамма, 1 унция.
Диаметр 38,61 мм и тираж 4000 штук. Так, теперь монету поближе посмотрим. Может быть, кто-то из Казахстана расскажет, что здесь изображено. Насколько я понял, это произведение Сергея Калмыкова. Здесь написано Сергей Калмыков. Это его картина. Что он хотел изобразить в этой картине, я, честно, понять не могу. На мой взгляд, изображена какая-то деревянная рыба, типа троянского коня. Также она вот как на лапах каких-то стоит, как избушка на куриных ножках. Здесь вот лестницы вокруг, такое ощущение, как будто ее строят. Не знаю, расскажите, пожалуйста, в комментариях, что здесь изображено, кто знает. Вот такая вот шикарная монетка. 500 тенге 2008 года, 1 унция 925 проба. Все вот эти 4 монеты я приобрел у Игоря Павловича, на аукционе выиграл. Эту монету я выиграл на аукционе Walmart. Вот такие вот интересные монетки. Какая вам монета понравилась больше всего из этих 5 монет? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Тоже интересно послушать ваше мнение. Все. На этом я закончу свой обзор. Кому понравилось, оцените, пожалуйста, ролик лайком. Кому не понравилось, дизлайком. Ответите на вопрос вот здесь вот вверху. Буковка I. Нажмите на нее. Так. Все. Всем пока. Кто не подписан на канал, подписаться. Все. Всем пока. Thank you.